Сейчас с нами герой овертайма Фонбет чемпионата КХЛ Максим Шабанов. После 9 победных шайб в прошлом сезоне, первое в этом, эмоции, впечатления собственные? Да, все отлично, позитивные эмоции. Еще очень много впереди игр, поэтому нужно готовиться и выигрывать. Рассматривая вашу победную шайбу, как принимали решение наносить бросок? Все-таки тяжеловато было в той ситуации? Немного было свободного места, решил бросить под конец смены, поэтому попал хорошо. Ну и последний вопрос. Многовато говорили о том, что «Трактор» не очень удачно играет в третьем периоде. До этого матча всего одна победа в третьем периоде была. На это внимание обращали или все-таки как-то просто работали молча? Да нужно просто работать молча, не обращать вообще внимания. Просто за счет работы, за счет желания все изменится и будет намного интереснее и лучше. Спасибо большое, с победой. С нами был Максим Шабанов.